Праздничный концерт, посвященный Дню России, провели на Магаданской площади. Началось мероприятие с торжественного поднятия флага нашей страны. Также в этот день мэр Магадана Юрий Гришан вручил 11 школьникам паспорта. Ребята уже достигли 14 лет. Градоначальник отметил, что это важное и радостное событие. Я рад, что это произошло в Магадане, я рад, что это произошло в День России. Желаю всем того, чтобы все мысли, желания, которые связаны с городом Магаданом, с Россией, у этих ребят обязательно сбылись. Сегодня мы задумываемся над тем, как было 25 лет назад, что было 25 лет назад с Россией, как по кусочку собирали Россию с тем, чтобы сегодня опять Россия стала великой державой, экономически независимой державой. На концерте выступили творческие коллективы Магадана. Артисты показали музыкальные и танцевальные номера. Кроме того, в этот день для детей работали батуты. Также ребята могли принять участие в конкурсе «Рисунок на асфальте» от художественной школы.